Свердловске проведено личное командное первенство Советского Союза по акробатике, спортивной и художественной гимнастике. Среди участников сильнейшие советские спортсмены, победители 15-х Всемирных Олимпийских игр. Представительница Российской Федерации Воронцова выполняет индивидуальные упражнения, за которые ей присуждается второе место. На кольцах москвичка Моторина. В соревнованиях Моторина набрала наибольшую сумму баллов. Разновысокие брусья – один из сложнейших снарядов. Упражнение выполняет мастер спорта Красненко, Украина. Молодая гимнастка Коновалова, представительница Узбекистана. Упражнение в равновесии. Джугели, Грузия, завоевала первенство страны за прыжки. Произвольную программу на перекладине выполняет участник Олимпийских игр Перельман, Ленинград. Абсолютный чемпион страны Шагинян, Армения, выступает на одном из сложнейших снарядов «Коне с ручками». Соревнования показали новый рост спортивного мастерства. Общекомандное первенство завоевали спортсмены столицы. Приз получают заслуженные мастера спорта Урбанович и Серый. Золотые медали чемпионов по отдельным видам вручены. Джугели, Грузия, Шагинян, Армения. Чемпиону Олимпийских игр Чукарину, Украина.